Я опять на металлоломе хочу показать, что меня в смущение ввело однажды. Оля! 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 Молчи. Ага. Буэнос! Это не человек. Понял. Ну, я не буду заходить. Да и вообще, попугаи, как правило, смущаются, когда к ним подходишь, перестают разговаривать. Оля! Оля! А? Habla bien? Habla castellano o portugués? O idioma rusa? No? ¿Por qué no? Decime. Ничего не понимаю. Десими. Десими. Без спроса я зашел. Но. Десими. Дурноватый. Ке? Ничего не понимаю. Скажи нормально. Оля. Но. Писеми. Сейчас уйду, начнет разговаривать. Давай, давай. Это желтолобый амазон, насколько я понимаю. Кажется. А? Ну, в любом случае, амазон. Ну, ладно. Все, пока. Чао. Чао! Чао! Сейчас начну орать. Чао! Ладно, железок нахапал. Оля! Теперь есть чем заняться. Несколько сидений взял для коляски. Ух ты! Оля, бебе! Я же говорил, как только уйду, он разговорится. Тампоко, си. Члена раздельно говорит, надо же. Чао. Чао. ¿Puedo filmar el loro? Ya pasaba un poquito, pero no, no hay gente sin permiso. Pero él no habla cuando acercarse. ¿Habla? Decime algo. Hola. 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 Hola, bebé. Hola, bebé. Qué bueno. ¿Eh? No te entiendo. ¿Quieres comer? ¿Ah? ¿Quieres comer? ¿Eh? ¿Кусаешься? Конечно. Все вы кусаетесь, да? Кусаешься, сука. Bueno, чао. Чао? Да, чао. Чао, чао. 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 Умеешь голоса менять? Давай. А?
Ага, я б тебя научил. Ну ладно. Всем пока из солнечной Аргентины.